Всем привет, вы на телеканале Тык в КТВ. Это вторая часть сериала. Золушка, давайте начинать. Давай, недотёпа, вставай и всё немедленно исправляй! Вот, переодевайтесь. Как это Золушка бесит. Я же ничего вам плохого не сделала. Да-да, теперь принеси нам нормальной пищи. Чего вы хотите? Только, пожалуйста, не ругайтесь. Ты нам принесешь, пожалуй, ее... Еще раз такой же штучку. Вам же не понравилось. Живо! Да, девочки, принесу. Как же мне хочется, чтобы я жила, как обычная пони. Но этого никогда не будет. Вот сейчас вот это надо еще перестирать. Я так хотела быть нормальной. Ну да, я, видно, никогда не стану обычной хорошей пони. Надо причесаться. У меня такая красивая пони. Я живу в таком прекрасном месте. А? Ой, кто это? Так, надо сразу подтереть. Кто это там? Я что-то никого не видела. Добрый день, миссис. Здравствуйте. А кто вы такой? Я гонец. Я присылаю всем письма. Сейчас я вам принесу его. Так, вот это вам королевское письмо. О, это для всех? Да, передайте, пожалуйста, это хозяйке. Конечно. Сейчас. До свидания. До свидания. А, матушка, что тебе надо? И вообще-то я мадемуазель. Или мадам. Мадам, подойдите, пожалуйста, сюда. Там письмо пришло. Какое еще письмо? Что ты там опять натворила? Что мне письма пишут? Стойте, девочки. Королевское письмо. Королевское? Что? Какое же королевское? В смысле? Вы только послушайте. Секундочку. Всех принцесс зовут на бал в честь его величества принца. И понравившаяся ему девушка может быть его принцессой. Девочки! Что же мы стоим? Давайте же одеваться, поехали на бал. Бал будет через несколько часов. Значит, я тоже с вами поеду. Кто тебе сказал эту глупость? Может быть, ты поедешь, если уберешь весь дом, покормишь кота, посадишь 5-7 роз под окном. Потом соберешь дров. Помоешь Люцифера, приготовишь нам всем обед, потом прочистишь дымоход, тогда и только тогда ты сможешь поехать на бал. Ты поняла? Да, поняла вас, мадам. Ты принесла, надеюсь, моим дочерям наряды? Да, они там. Чудесно. Девочки, собирайтесь, мы едем на бал. Наконец-то! Ура! Все, дочери, вы очень прекрасно выглядите. Что ж, поехали! Я надеюсь, что вы станете принцессами. О, мадам! Да, Золушка.
Хочешь дополнительную работу? Нет, ну, я почти все сделала. Да. Так уж и быть, ты можешь поехать, ну, если подберешь наряд. Без наряда никак. Никак? Никак. Так что подбирай наряд, недотёпа. Хотя у тебя нет. Да, вы правы. Найдешь наряд, может, и поедешь ты на бал. Так, нет, дочери, быстрее залезаем. И поехали на бал. Да, пойдем. Все, поехали! У-ху! У-ху! А что было у Золушки? Я никогда не буду принцессой. Ой, я об этом даже не могу мечтать. Ах, как мне хотелось бы быть принцессой, но я всего-то уборщица. Так жаль. Надо мне подобрать платье, может, ей правду. Но, может, мне правда не суждено даже судьбой, наверное, быть. Ах, с принцем. Ладно, пойду поищу платье или поделаю какие-нибудь еще дела. Как хочется быть принцессой.